Всем привет, друзья! Перец Рамиро Красный. Очень прикольный сорт. Очень вкусный. С вот такой вот мякотью. В этом году я выращивал впервые серию перцев Рамиро. Красный, желтый и оранжевый. Обзоры каждого сорта я сниму в отдельных видео, так что подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить обзоры на желтый и оранжевый. Ну а сейчас я вам покажу сравнение. Это Рамиро красный, Рамиро оранжевый и Рамиро желтый. Я уже отснял их для видео. Сейчас я снимаю красный Рамиро. Плоды у него вот такие вот красные, весом 50-70 грамм. Я их, это уже передержанный, я держу на семена. Сегодня 4 октября, он уже даже начал портиться. И вот такая вот у него, смотрите, какая красная-красная мякоть. Вообще прям как свекла. Прям сок окрашивает руки, красный сок. Видите, у меня окрашена рука. Это один из самых вкусных перцев. Как говорят ученые, они проверили его. Здесь в этом сорте много витамина С, Е и фолиевой кислоты. Предприниматели Европы выращивают Рамиро красный в больших объемах. То есть, чтобы обеспечить супермаркеты, магазины и рынок, сажают их по 10-15 гектар одного сорта. Это в Испании, Франции, Великобритании. Он очень популярный. Сорт создан в 2015 году, и за 7 лет он, ну, очень стал популярным среди многих овощеводов, простых дачников. Его все активно выращивают, этот перец. Ну, красный Рамиро, как видите, вообще мякоть шикарнейшая. То есть это один из лучших по вкусу, по цвету сорт. Давайте я вам покажу сейчас его на кустах. Это кусты Рамиро красные. Я его, их уже оборвал. Ну вот остатки, как видите. 4 октября. И он цветет. И еще плодоносит. Ну а вот рядом желтый Рамиро. Я его еще не оборвал. А там оранжевый. Видите, очень много на кустиках. Сорт очень урожайный. У нас уже были заморозки, и зацепила листочки, покрутила. Так что у меня есть очень прикольный красный перец Рамиро. Кто хочет купить семена, обязательно обращайтесь за семенами. В описании под этим видео есть ссылка на мой сайт, где я продаю семена. Заходите и приобретайте. В наличии есть очень много перцев. Красные, оранжевые, желтые. Маленькие, конусовидные. Любой формы перчики. У меня большая очень грядка. Поэтому есть выбор. Есть такой вот и оранжевый прикольный перец. И вот такой. Я все покажу вам в отдельных обзорах. Поэтому подпишитесь на канал и ждите выход нового видео. Всем пока, до новых встреч!